Вместе ножки! Побежали по дорожке, развернулись на опушке, почесали ручкой. Кошки! Thank you.
похлопай, похлопай. Браво, браво, браво! Не жалейте ладошек! Вот такие у нас свита Нептуна! Представляете, это только один представитель. А что же у нас будет делать дальше, мама моя дорогая? Ну вот, смотрите. Я знаю, что когда идет праздник, всегда обязательно звучит музыка, правда? Кто знает какие-нибудь музыкальные инструменты? Поднимите руку и называйте. Так, иди сюда. Иди сюда, красавица моя. Какой знаешь музыкальный инструмент? Покажи, куда побежала? Поди, скажи, поди, скажи, гитару. Иди, 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 иди. Что ж ты от меня все время убегаешь? Иди, скажи, скажи. Она все время хочет от меня убежать куда-то. Стой около меня. Иди сюда. Какой знаешь музыкальный инструмент? Скрипка, становись рядом, покажи, как играть на скрипке. Скажи, 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 Максим. А ну, гитара, стань рядом. Все. Есть у нас гитара. Молодой человек. Скажи, это для взрослых конкурсов, да? Для таких труба, маленьких еще не придумали. Иди сюда. Молодец. Ты какой музыкальный инструмент знаешь? Гитара. Правильно, как играет на гитаре? А ну, покажи, как играет на гитаре. Покажи, маме, как покажи, как на гитаре играет. Вот так. Кто еще, девчонки? Молодец. Что, не знаете ни одного музыкального инструмента? Барабан, иди сюда. Саксофон, умница, барабан, иди сюда. Кто сказал барабан, мальчишки? Покажи же, как играть на саксофоне. Так, и барабан наш идет. Что, мне подойти, что ли? Ну, что ты, давай, Миша. Ну, давай, бегом. Это мама сказала? Какая умница, мама. Мама, становись, покажи. Наша барабанщица, аплодисменты. Я предупреждаю, что они могут тоже участвовать, потому что это обязательно. Еще. Ну, ну, ну. У нас не полный оркестр. Скажи, пожалуйста. Тарелки. Становись. Так, а скажите мне, пожалуйста, кто самый главный в оркестре? Правильно, дирижер. Я прошу вас, пожалуйста, оставьте свои все запчасти. Дирижер становится вот тут. Дирижер вот тут. Во главе. Вот. Во главе. А теперь внимание. Все наши зрители приготовили аплодисменты на дошке к хлопкам. Будем аплодировать. А перед нашим оркестром я ставлю вот такие кегли. Ваша задача будет играть музыка. Каждый музыкант играет на своем музыкальном. Еще один дирижер. Давай, дирижируй. Аплодисменты дирижеру! Я не могу выключить это. Идешь камеру, да. Я нажала на снимать, засняла хорошо, а выключить не могу, чтобы сохранить. Оркестр. Вот, сама стоишь, да? Ну, ситенькая какая. Дирижер, два шага назад, а сама стоит близко. А где наши вещи? Взмах дирижерский. Занес? Оркестр продолжает работу. Зрители аплодируют. Максим, подойди сюда. Играется. Как сапочка.